И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и мы еще в этом дне играем в Hello Neighbor Alpha 4. Это уже сколько дней прошло, сколько дней я уже выкладываю эти видеоролики, которые снял за один день. Так, у нас, извиняюсь, что ночь, но это Alpha 4, поверьте. И так как я залагал соседа, а именно я его залагал ружьем, и он теперь у нас просто здесь стоит, вот тут гуляет с фонариком, и он нам никак не помешает, потому что его он заглючил. Вот так вот. Сделать это очень просто с помощью ружья. Ну, а сейчас не об этом. Сейчас мы просто продолжаем. Так, здесь за дверью. Здесь какая-то комната. Видать, да? Здесь какая-то комната, видать, должна быть. Значит, нам надо взять что-то. Заметьте, что-то. Что у нас откроет эту штуку. Точнее, как откроет. Ну, в общем, вы поняли, наверное, суть. Огромнейшая картина вообще. И нечеткая, сам прикол. Так, ладно. Так, идем сюда. Значит. Открывайся, давай. Так. Давай-ка. Погнали. Нам надо, короче, сюда. Идем сюда. Ой, извиняюсь. Вот. Блин. Вот. Дальше. Прыгаем. Дальше. Ой, извините, не надо сюда. Надо туда. Так, сюда никак, нет? Ой, не туда прыгнул, ну ладно, пох. Все равно сюда надо. Ай-яй. Чуть не проиграл. Ну похрен. Дальше пошли. Так, здесь я был уже. Так, пошли дальше. Здесь у нас дверь закрыта. Там можно увидеть какую-то комнату, на которой какая-то подушка лежит и лестница. Кстати, я, наверное, помню, где эта комната открывается, но я не знаю, где. Нужно стул брать. Я не знаю, как его брать. Можно сюда опять влететь. В это окно. Но я этого делать не буду. Ай-яй-яй. Вот. Это что? Сюда идем. Я, видимо, упал вниз. Да. Так. А что, если мы попробуем кое-что другое сделать? Пойдем сюда. Откроем эту штуку. И влетим опять сюда. И пойдем уже по лестнице. То есть вниз мне не надо. Там, кто не знает, там... эти как... вагончик, которым можно управлять. Я уже показывал это в одном из своих видеороликов. Но здесь стекол нету. Но здесь есть эти штуки. Туда мы уже попадали, если вы не знаете. Ой, чуть в окно не вошел. Твою мать. Ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Что делать? Меня лагают эти... как их назвать-то, блин? Так, здесь, наверное, мне не пригодится. Но так. Что это у нас? Так. Здесь у нас ничего никогда нету. Здесь ничего нету. Здесь что-то у нас есть. Смотрите-ка, смотрите. Ох, нифига. Фух, показалось, я что-то увидел. Посмотрите, пересмотрите видосик, пожалуйста. Мне кажется, я вот под этим одеялом что-то видел. Охренеть. Это кто меня поймал? Охренеть, я кого-то видел. И звуки такие были. Я не знаю, вы слышали звуки или нет, но я слышал точно звуки. Что кто-то под этим одеялом был. Я на 100% уверен, надо пересмотреть видосик, точно. Охренеть. Я такое только что видел. Охренеть. Пересмотрите этот видосик, именно этот момент. Вот звуки там были вообще такие страшные. Офигеть. Ну что ж. Вот так вот мы закончили. Всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока. Но еще не забывайте то, что надо подписываться на мой канал. Но еще подписывайтесь на мой канал. Ну бас. Да. Теперь все.